Библейская притча о блудном сыне – это судьба каждого из нас. Ибо кто из нас не грешен, и кто не достоин прощения Всевышнего? Блудный сын – это я сам, Рембрандт ван Рейн, в молодости и в старости, страждущий и благословляющий. Это мой диалог с самим собой. На пороге вечности и на пороге отчего дома, когда дорога жизни еще только начинается. Мне 20 лет. Я молод, удачлив, талантлив. Весь мир для меня и весь мир во мне. Люди, их лица горделивые и надменны. Они одержимы собой и своим делом. Они приходят ко мне, и я прихожу к ним. Они мои модели, и я самозабвенно пишу их, изучая. Я влюблен в мир. И с благоговением переношу на холст его зримое многообразие. Но что это? Эоловы скрипки моей первой и единственной. Я запомнил ее такой, юной и лукавой, моя Саския. Как давно это было. И в памяти моей она навсегда останется Флорой, богиней весны, дарующей жизнь. Счастье любви осветило и осенило меня. В те годы моя душа, мои резец и кисть жаждали событий исключительных, деяний героических, чудесных избавлений и трагических потрясений. Свет и тени. Для художника нет иных средств, чтобы мир его окружающий предстал на холсте, напоенный жизненными соками, движением, извечной борьбой добра со злом. Thank you.
притча о виноградарях для меня, повод поразмыслить о превратностях судьбы, когда каждый, считая свое дело правым, требует от судьбы немедленного воздаяния, не понимая, что это суета-сует, и что истина скрыта в самом конце, когда каждому и воздастся по заслугам. Работая над своим маленьким холстом, я грезил огромными пространствами, на коих замысел мой обрел бы подлинную монументальность. Но кто закажет мне такую картину? Кто из почтенных буржуа пожелает иметь дело с таким чудаком, как я, для которого реальность и вымысел нерасторжимы, как сон и явь? Что мне сияние звезды, указавшей путь волхвам, если в убогом хлеву родилась другая звезда, что осветила в веках путь всему человечеству? А пока я пишу лица своих соотечественников, то в образе вымышленном, то реальном, как это смущенное вниманием маэстро, добрая женщина, жена моего мастера, что одевает в рамы мои холсты. И чем пристальнее я вглядываюсь в лица, тем с большим трепетом и восторгом приступаю к новому портрету. Человеческое лицо. Что может быть прекраснее? Настоящее есть в сущности лишь то, чего мы ждем и о чем потом вспоминаем. Моя Даная светится в ожидании счастья, чуда любви. Ей предстоит испытать то, о чем с печалью и нежностью вспоминаю я в одиночестве долгими вечерами. Мне 36 лет. Саския, твой дар воистину бесценен. Твоя жизнь пробудила в моем сердце любовь. Твоя смерть открыла его к состраданию.
Те тяжелые для меня дни я избрал сюжетом для своей картины. Момент прощания Давида со своим другом Иоаннафаном. Им не суждено более свидеться, и потому объятия их так сдержаны, нежны и печальны. Но почему юный Давид так напоминает мне златокудрую Саскию? Иоаннафан, неужели это я сам, постаревший и такой незнакомый? Где тот юнец в заломленной шляпе на балу удачи? Где и когда мы разминулись с ним в надежде обрести его вновь, раскаявшегося и родного? Небо и земля, моря и поля, леса, города и деревни, весь мир – пустыня. Если не светит тебе в ночи единственное окно, и тепло родного очага не согревает тебя на ветру странствий. После смерти Саскии только наш сын, маленький Титус, был живой нитью между мною и миром людей. Только он, пока над его колыбелью не склонилась другая женщина, заменившая ему мать, Хендрике. Тихая и добрая, она осветила неугасимой лампадой долгие мои годы, и, отвлекаясь от своих холстов, я всякий раз благодарил Бога за ту опору в жизни, которую Он подарил мне. Каждый мой холст, каждый портрет, каждый образ мною созданный – это прежде всего я сам. Все они плоть от плоти моей, дети мои, моя кровь. Я гляжу на мир их глазами и пребываю в восторге. Сколько вокруг прекрасных лиц, какие глаза смотрят на мир вместе с моими. И не нужно мне более событий исключительных, видений чудесных, ибо что может быть чудеснее и целительнее для сердца и души, чем просто красивая женщина, перемеряющая украдкой серьги перед зеркалом? Бог забрал к себе Хендрике, и Титус, живой образ Саскии, умер совсем молодым. Я принимаю волю Божью с покорностью и смирением. Им хорошо там, на небесах.
Скоро и мне собираться в последний путь. А пока изо дня в день я поднимаюсь к себе в мастерскую. Я пишу царя Давида, отсылающего своего военачальника Урию на верную смерть, чтобы овладеть его женой, красавицей Версавией. Что чувствует человек, отсылаемый на смерть, и понимающий истинную причину столь жестокого приговора? Сказанное колоколом звучит в ушах Урии, и каждый его удар отдается в груди сердечной болью. Как унять эту боль? Как с достоинством вынести эту душевную муку? Я вновь утолю свою живописную жажду и напишу золото, самоцветы, драгоценные ткани и человеческие лица, озаренные внутренним светом, выступающие на сцену жизни из мрака небытия. Из небытия в небытие – это и есть человеческая жизнь. И чем ближе к последнему порогу, тем немощнее тело и прозорливее душа. Вот они, мои сверстники, с кем начинал я свой жизненный путь. Они одинокие и старые. Но сердце мое щемит не от сострадания, от нежности к ним. И нет таких слов, чтобы поведать о пережитом. Они отступают беспомощные перед вечным немым монологом этих рук и этих лиц, впитавших в себя, словно кора старого дерева, все соки мира, всю соль земли. У меня не осталось ни друзей, ни близких. У меня не осталось ничего, кроме моих картин. И мой блудный сын, мое духовное завещание всем вам. Помните, зорко, одно только сердце. Самого главного глазами не увидишь. И отправляясь в свой последний путь, я вновь вижу свои холсты и дорогие лица. Вижу свою Саскию, и я вновь счастлив и молод. Господи,
Прими мою душу с миром.